Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 30 июня. В Одессе, как и ожидалось, начался дождь. Даже, я бы сказал, не дождь, а начался сильный ливень. Уже подтопило много районов. Вот. Также гремит гром периодически. Многие люди, может быть, думают, что это взрывы. Нет, это не взрывы, это гром. У нас снова небольшая непогода. Вот, будем надеяться, что обойдется без бури, не будет выломанных деревьев. Но все равно еще вчера нас предупреждали о том, чтобы не ставили автомобили под деревьями и под линиями электропередач, дабы избежать нанесения ущерба. Вот. Одесса понемногу начинает погружаться в воду. Для вас сделал подборку кадров, насколько сильно идет ливень в Одессе и как уже практически плавают машины по дорогам. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, буду сообщать. Подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего дня. До встречи. Всем пока. Тихо, тихо, тихо. Руку убери. Аркадия плывет. Сейчас будем лодки открывать. Вот такая у нас вода после дождика.